художниця має дивовижний талант, її мистецтво незрівнянне ні з яким іншим. Отож, зустрічаємо з радістю Майю Овсяникову, художниця. Добрий. Маєчка, прийшли з роботами, просто неймовірні, дивимося на цю красу, на цих милих тваринок. Це що? Це останні роботи? Так, да, це останні роботи. В этом году написанные, а вот даже осень, ой, это сейчас осень, так вот, да, август, вот август, да, были закончены вот эти, эту я немножко раньше закончила, ну вот это последняя коллекция и неимоверные, они просто чудовые. Да, я очень хотела передать пронзительный взгляд, вот, чтобы мы все смотрели прямо как в суть, внутрь, в душу. Больше всего я люблю вот эту работу, потому что она меня вот обнажает просто. Я не знаю, когда, не знаю, передает камера или нет, но когда я в квартире смотрю им в глаза, то мне кажется, что я не могу ничего утаить, ничего как бы недосказать. Они настолько меня поворачивают внутрь себя, что вот они для меня откровение, мое откровение. И надеюсь, они такой же эффект так привносят для других так людей. Так и есть, потому что я, когда глянула, подивилась на них и подивилась в очи, они справді, они настолько, и каждый відображає что-то свое, в каждого свой характер, но они такие проникливые. Так. Они сразу, они дивляться так само и что-то хотят уже сказать. Так, ну, так. Никого немає, мабуть, байдужих людей, які бы могли просто так подивитися, потому что ну, они просто неймовірні, чарівні. А звідки з'явилося таке бачення, як передати очі, як передати характер, чим їх передавати? Глаза дійсно передають наше существо, какая б не була там красива жінка, якщо у нього грустні очі, ми там це бачимо. Мужчина точно так же, я просто через себе це все проношу. І коли у нас все приятно внутри, мы светимся, наши глаза это отражают, мы видим других людей, цепляем взгляды, да, какое-то взаимодействие на уровне еще без слов во взгляде происходит. И глаза, они, ну, ими нельзя обмануть, они то, что вот настоящее. Они как маленькие звездочки в небе у нас всегда отражают все вокруг, да, они всегда с блестками. И это первое вот для меня то, что не просто оболочка, цвет и форма. Это передает наше нутро, и я поэтому обожаю рисовать глаза. Что бы я ни рисовала, мне всегда хочется там пририсовать глаза. А очі довго малюються? Ну, ця от мила, наприклад, ось ця от паночка, вона просто ну, настільки мила, така мила. Ну, вони всі милі, справді, да, але, от... але у кожного свій різний характер. Якщо малювати от їй очі, то треба зарядити чимось таким, от позитив, можливо, таке, трошки вона така от цікава, вона хоче щось запитати, от вона така. От для мене панда, це вона больше всего коала. Она для меня больше всего получилась именно как зверек. То есть, когда я на нее смотрю, я не понимаю ничего. Вот, то есть, она для меня именно как другое существо, зверек именно. А если смотреть на козлят, они какие-то очеловеченные. То есть, вот так, их так. Взгляд более проницательный. Це правда. Более вот он такой прям... А це ви спеціально хотіли так передати? Да, да. То есть панда, ой, коала, она для такой, для детской более мягкая, более такая нейтральная, да.
а они – это центральная картина в помещении. То есть вот они просто должны брать зрителя, и должна это же внутренняя игра происходить. Все будут стоять и дивиться, и никто же не відійде звідти. Так, так. Да. Так вот именно такой вопрос. А как вы перешли на таку тваринну тематику? Адже у вас завжди були тварини, завжди, я пам'ятаю це, але ви переходили на людей. Да. Якийсь час був період такої творчості, що хотілося передати характер, там такі от якусь експресію. Вот таке було. А тепер зовсім інше. На самом деле я продолжаю всегда рисовать женщин. Одна картина у меня сейчас в разработке с кентавром. То есть первый мужчина на полотне, мною созданный в процессе. Вот, надеюсь, вы меня пригласите, я вас тоже представлю зрителям. Вот, женщины всегда есть. Сейчас разрабатывается коллекция. Во мне уже, наверное, новая зрелость в ощущении, то есть я их рисую дольше и вот как-то более чувственно. То есть если раньше мне просто хотелось вот что-то быстро так там выразить, то сейчас я отхожу, рассматриваю, чувствую резонанс, как работает эта картина на меня. И я вот так вот вывожу эмоциональное состояние своих женщин на полотном тоже вам представлю, если вы пригласите. А звери, и вот это у меня параллельно всегда идут звери и животные. Вы если помните, моя первая коллекция чебурашек. Так, чебурашки взагалі теж нормально. То есть это тоже животные, шерсть, и при этом они были девочки. Вот, и сейчас оно вот так расслоилось на два направления. Чудово. Женщины и животные. А вот та косуля, вона теж така неймовірна, дивиться на вас и ніби хоче передати увесь всесвіт. Так. Такие глубокие тона, тоже до более классического пространства. Такой невинный, робкий взгляд, да, видно, что это не глаза хищника, она так смотрит. Не, они никто из них. Да, более нежно, как-то так пронзительно. Вот меня очень вдохновляют животные еще своей чистотой, что они такие натуральные, да, вот это то, что людям стоит всегда привносить в себя, при всей нашей интеллектуальности, новых технологиях, при развитии, это все правильно, очень хорошо, и вообще я очень рада, что мы пользуемся этими технологиями, но если мы полностью отказываемся от своих первозданных корней и не проводим время на природе, не выражаем свои эмоции. Если мы становимся такими совсем компьютеризированными, я считаю, человек глобально теряет вот многое для себя в ощущениях восприятия жизни, и поэтому вот нужно сохранять этот баланс между развитием интеллекта и вот таким первобытным, природным, телесным, истинным вот проявлением человека, когда мы чувствуем тело, чувствуем, с чем мы соприкасаемся, природа, огонь, воздух, вот вся тактильность – это глобальный большой процент нашей жизни, и тоже нужно ему дать должное. Це так, але ж вони такі милі дуже. Я пам'ятаю ще, Майя, що всі ваші роботи, ну, ті чебурашки там і жінки, вони відображали вас. Так. Це такий автопортрет був завжди. Так. А я дивлюсь зараз на цих тварин, ну не знаю, вони всі такі милі. Можливо, можливо, і так і зараз є. Я вважаю, що чоловічеський, от що ми, це така градація большая емоцій от тех, которые мы абсолютно осуждаем, и там пытается человек всегда в себе уничтожить, хотя это тоже, я считаю, не совсем верно, до вот тех, которые мы восхваляем и привносим, и стараемся сделать больше и сильнее, то точно так же вот животные, они тоже наши учителя в этом плане, потому что животное убьет только если хочет есть на самом деле. Животное будет защищаться, если опасность сильна. Там, животное будет отдыхать, если действительно ему там нужно набраться сил. И
животное при вроде бы своей примитивности, что у них нет абстрактного мышления, им чуждо вот это человеческое пресыщение. Да, когда мы делаем что-то из интеллектуального развлечения, мы жаждем усилить что-то в области ума, но мне кажется, это происходит именно тогда, когда у нас есть нехватка физических ощущений, ну, способности ощущать и чувствовать. То есть если мы очень мало чувствуем физического, нам хочется интеллектуально наши развлечения увеличивать, и мы потом скатываемся вот в эту такую бездонные соблазни, которые... А так що, виходить, що це такий меседж, так, людству, усім, хто буде бачити ваші роботи, щоб таке вони замислилися. Звичайно. Тваринний світ, можливо, він кращий навіть у деякій мірі, ніж деякі люди. Звичайно. Плюс... Почему-то люди считают, что там нам принадлежит планета, но вот наши братья меньшие, я не знаю, или даже вся флора и фауна, человечество без природы. Це правда, нічого. Звичайно, так. Це нічого, так, наш огромный ресурс, и поэтому вот очень... Классно было бы, чтобы нас с детства воспитывали, что это одна единственная система, и что мы уважали природу, заботились о себе не в ущерб природе. Вот, чтобы это как-то... У вас тварины есть дома? Ні, немає. Ні, і котика, ні собачки? Нема. Я вообще противник, щоб в квартирах заводили животных. У мене квартира. То есть, если бы это был дом, я бы завела собак или животных. Но я считаю, что они должны там бегать в вольере. Щоб більше було волі, свободи, чтобы, так? Вот это было не только такое домашнее животное, чтобы его погладить, там, чтобы коты ловили мышек, и собаки тоже занимались какой-то охотой или еще чем-то. Я больше люблю, наверное, вот животных, как лошади, каких-то или диких животных. То есть я не люблю, когда вот дома там они спят, их оставляют, они накормлены, напоены, но это какая-то неполноценная жизнь, я противник. Поэтому я не завожу животных, потому что я уезжаю часто. И, да, взагалі, у вас взагалі таке, от, мені здається, що ви взагалі така людина, от ви вмієте робити те, що вам хочеться. Стараюсь. Це так потрібно? Ви так зробили собі життя, підлаштували під такі можливості? Чи як? Чи так довелося? Чи це ваші принципи, і ви ніколи з ними не розстанетесь? На самом деле, если бы это были только принципы, навряд ли я бы так выстроила жизнь. У меня какое-то физическое вот на уровне физики отрицание. Если я занимаюсь чем-то, что мне вообще не нравится, у меня просто поднимается температура или начинает болеть голова, или еще что-то. И вот, супротив таким. Да, да. И у меня вот просто физическое отрицание, я ничего не могу с собой сделать. То есть мне только нужно искать... Ну, ви справжня художниця, тому що справжній художник, він такий. В нього є натхнення, він пише. Йому є що передати, він передає. Немає, все, він відходить, відкладає ту роботу і повертається лише тоді, коли зможе. Не зовсім. Можете працювати через «не хочу»? Писати через вдохновення – це неправильно, тому що в процесі роботи воно приходить. Тобто, якщо нам завжди його чекати, ну, можна дуже довго чекати. Ну, на самом деле, это очень такая сосредоточенная практика, и вот когда ты погружаешься в этот мир картины, то на тебя находит состояние, это уже на какой-то диалог тебя и твоего персонажа, это не только я его рисую, это и он мне сообщает многое, это когда ты чувствуешь, вот, что ты рисуешь, и действительно, как через тебя что-то идет, и вот
Это вопрос. Кто рисует картины? Я их или они меня? Ну, это многие художники можуть сказати. Да, так, ну то ви вже так підлаштували цей процес. Тобто ви не чекаєте, коли там муза зійде там чи що. Ні. Працюєте. Працюєте так. Весь час. От таке працелюбство. Так. У вас є відданість своїй роботі. Так. Це те, що ви любите робити. Тобто тут питання закрите. Так. Можете вночі і в день працювати, коли вам захочеться. Да, ну я в основном рисую днем, потому что лучше видишь цвета, намного лучше, чем при любых лампах. И ну, чувствую себя я лучше. То есть вот ночное время я могу делать более как графику, когда мне не нужно видеть цвет. Если это просто линии, формы, можно делать ночью. Если это живопись, ее нужно рисовать днем, потому что ну, не видит глаз. Такі гарні складові, така техніка цікава. Ось прописані кожні версиночки. Так. Це щось тут особливе. Я хотіла запитати з приводу технічного виконання, як вам вдається передати усе. І ми бачимо, що навіть ці шерстинки відрізняються від тих. І тут ми бачимо, що тут гладенька поверхня, тобто усе продумано, усе так. зроблено так, щоб було максимум натуральності. Так, от якщо ви пам'ятаєте чебурашок, я коли їх рисувала, мені дуже складно було рисувати шерсть, я багато думала, я не розуміла, як, я робила і так, і так, і так, багато було експериментів. И тут я вдруг сажусь рисовать животных, и вот оно прям само рисуется, вот само прямо рисуется. То есть я понимаю так, что наш мозг адаптируется просто. Если мы делаем что-то новое, он в затруднении, у нас еще нету этих сформированных связей. Но если мы какой-то период думаем об этом, у нас как бы память в нас вкладывается, и потом ты смотришь и делаешь, как будто ты вот всегда так рисовал и все это знал. Май, я думаю, що чебурашка просто це ж іграшка. Так, це тому іграшка. Так було. Так. Тут тепер все, вони ж натуральні. Тепер це вже ну, інший практика, склад. Практика – це основне, і натуральність в основному для мене формується контрастом теплого і холодного. От якщо ви бачите, где-то жовте, где-то голубенька, где-то фіолетове, где-то сіренька, от це соотношення тонов, оно делает работу такой живой. Если мы ее сделаем монохромной, она будет казаться такой пластмассовой немножко. Дуже гарно, Май. Ми настільки раді і вдячні вам за те, що показали нам ці чудові роботи. Останні, дякую. Останні з колекції тварин Майі Овсянікової. Неймовірні тварини. Ми всі побачили, як вони виконані. Я так сподіваюся, що наші глядачі побачили передачу кольору, фактури, отого так, матеріалу, так. який був вкладений, і, звичайно, очі, оті дивовижні очі. Так. Май, мені здається, що ви свої очі трошки туди віддали, так. тому що так. вони світяться, вони палають, хочеться, щоб ваші очі завжди горіли. Юлечка, дякую. І щоб ви мали дякую. І натхнення, і бажання, щоб це все перетворювалося у нові та нові колекції, якими ви дякую. Будете ділитися з усіма глядачами, які дякую. Будуть все це дивитися. Я завжди рада быть у вас в гостях. Вы тоже меня очень радуете. И спасибо, что я представила вашим зрителям. Ну, вот. Тоді все. Тоді будемо чекати вас ще з новими колекціями, а ми зустрінемось за декілька хвилин.